Добрый день. У нас новое изделие. Скамейка. Продолжение к старому ансамблю, где я делал стол. Была скамейка с вот спинкой, от него как раз лекала. И сейчас вторая скамейка нужна уже без спинки. Вот, приступаем к изготовлению одной части ножки. Они будут соединяться крест-накрест. В таком же стиле вторую сейчас сделаем. Для себя вывел, что очень удобно работать с лекалом, когда уже есть готовые изображение изделия, достаточно быстро все получается. Ну и плюс еще ты это делаешь не в первый раз, и все уже размеры у тебя рассчитаны, ничего тебе придумывать и высчитывать не нужно. Ну, вот сейчас я уже выпилил пазы, в которые будут вставляться ножки, просто подчищаю уголки, чтобы они до конца хорошо вошли друг в друга. Непосредственно само соединение будет вот так выглядеть. Естественно, еще склеим и укрепим саморезами. Вот такая получилась у нас ножка одна. Их будет две. Вверху еще сделаю перекладину для того, чтобы на нее можно было уже положить непосредственно доски, на которых будут сидеть. Вот она сама непосредственно перекладина. Сейчас мы ее укрепим окончательно, да еще двумя саморезами прихватим. И посмотрим, как это в целом две ножки будут смотреться. Попробуем приложить уже непосредственно сидушку. Здесь смотрю устойчивость и сравниваю, чтобы они были обязательно одинаковые по длине, чтобы не было ничего, никакой край выше, ниже другого, чтобы все были одинаковые. Вот здесь уже она в готовом виде, не собрана, просто она лежит, ничего я не свинчивал, не склеивал, потому что еще нужно будет ее довести до места, и уже на месте в доме я буду собирать. Вот это средняя палка, которая как бы помогает удерживать ножки, чтобы они не разъезжались. Долго я думал, куда ее поставить. Можно было на переднюю ножку поставить, она бы выступала в качестве подножки, как бы ноги там бы можно ставить на заднюю ножку. Но вот средняя в середине она оказалась более, как сказать, красиво смотрится, более к месту. Я еще сделал выпилы, и она у меня туда зашла в паз тоже, естественно, все в пазу. И сверху тоже потом уже прихватим мы саморезом. Ну, здесь я уже непосредственно вот приехал в дом, то место, где она будет стоять. Я сейчас вот собрал, скрутил все. Показываю, как она выглядит. Здесь у нас еще в середине две перекладины, для того, чтобы, так как у нас седло из трех досок, чтобы она работала единым целым, чтобы не гуляли одна от другой доски. А то защемит какое-нибудь место, будет неприятно. Ну и вот она уже в том месте, где должна быть. Это как раз столик, который я делал 2 года назад. Стол палачен, поэтому разные, как бы, тональности у скамейки и стола.